Дело о саде. Защитники Лопухинского сада подали исковое заявление на КГА. По их мнению, ведомство нарушает не только водный, но и градостроительный кодекс. Андрей называет себя защитником Лопухинского сада. Сейчас он готовится к очередной битве, уже в суде. Исковое заявление активист писал, ссылаясь на градостроительный, водный кодекс и толковый словарь. Все дело в том, что чиновники, по мнению Андрея, выдавая разрешение на строительство здесь дороги, перепутали понятия акватория и территория. По территории сада, поскольку он является охраняемой зоной, проводить нельзя дорогу. Поэтому ее можно проводить только по территории акватории. То есть они экстраполируют, чисто механически переносят это законодательство на водную гладь, как будто она уже стала территорией, то есть твердыней. Кстати, идея провести автомагистраль вокруг всего Петроградского острова принадлежит еще советским градостроителям. Более того, она уже реализована, но пока только на бумаге. Согласно генеральному плану города, часть Лопухинского сада уже отдана под проезжую часть. В настоящий момент комитет землепользования и застройки уже подготовил проектную документацию для строительства дороги.